Тверской вагоностроительный завод снова принимает участие в международном форуме «Инженеры будущего». В этом году он проходит в онлайн-формате и впервые будет доступен широкой аудитории. Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая программа с участием ведущих специалистов в сфере промышленности, конкурсы и челленджи в социальных сетях. Образовательная часть пройдет в формате видеолекций. Тверские инженеры всегда с честью представляли родной завод, показывая высокий результат в общем зачете. Перед открытием форума «Инженеры будущего» пятеро молодых специалистов Тверского вагонзавода были приняты в Союз машиностроителей России. Это одно из условий участия в мероприятии. Удостоверение в торжественной обстановке молодым инженерам вручил первый заместитель председателя Тверского регионального отделения Константин Татарницев. Я с собой взял удостоверение, до сих пор я храню. В 2010 году вступил в ряды Союза машиностроителей, ни разу об этом не пожалел. Данное вступление мне принесло и положительные эмоции, и развитие, как личное, так и дальнейшее по своей карьере. Станислав Зеленин принимает участие в форуме впервые. На вагонзаводе он работает 2,5 года в бюро защитных покрытий. За это время Станислав освоил современные технологические процессы по окрашиванию кузовов вагонов как внутри, так и снаружи. За технологом стоит та самая идея, которую, возможно, что он сможет внедрить. И она действительно улучшит и качество, и скорость изготовления. На данном форуме есть очень много информации именно по управлению проектами. Создание, ведение, итоги, финансы. То есть вот эту вот вещь хотелось бы изучить более подробно. Форум «Инженеры будущего» – это уникальная образовательная площадка для молодых специалистов. И в этом году получать знания от профессионалов всероссийского масштаба участники команд будут в онлайн-режиме. Сейчас образовательная программа очень изменилась. Нам дали разрешение выбирать не один, а в принципе каждый может сколько хочет взять факультетов и обучаться на разных. Меньше 3 у нас ни один не брал участник команды. Открытие форума стартовало в четверг, 16 июля, с зарядки. Команда Тверского вагоностроительного завода провела ее в ДК «Металлист». Утренний заряд бодрости – ежедневный атрибут начала каждого дня форума, который продлится до 30 июля. За 2 недели 100 команд крупнейших предприятий России должны будут достойно показать свои знания и умения в инженерных профессиях, а также продемонстрировать сплоченность и креатив в спортивных и культурных мероприятиях.